Дмитрий Никитин. Направляю, друзья, что после основного времени матча будет проведена показательная серия послематчевых буллитов. Thank you.
Thank you.
Thank you.
сборная Японии забивает свой первый мяч сегодняшней встречи. Счет 0-1 в пользу команды России. Wow.
Молодежная сборная Японии. Голкиперы Ноэ Тацума. Второй голкипер Такаро Юсуки. Полевые игроки Мирияма Такуми, Кейшита Йошики, Вада Йоширо, Исеки Сиочи, Такибаяши Хирото, Юнедо Кадзуки, Озава Кота, Икеден Цзуки, Ватанабе Раму, Моришита Юта, Таканаши Юсуки, Ямагучи Кота, Огава Коки, Катаро Оси, Нагайоши Кен и Тамикуни Руиджи. Главный тренер молодежной сборной Японии Нагая Киочи. Хозяева поля, хоккейный клуб «Динамо Строитель», город Екатеринбург. Ворота играет Саликов Степан. Я здесь.
Боритесь и делайте.